Друзья, сегодня я рассказываю не о стройке, а о своей тортуге, в которой я хожу 6 месяцев из 12. Погнали! В которой я хожу 6 месяцев из 12. Посмотри назад. Блин, обосрали весь обзор. Это очень функциональная одежда, придуманная для всех, кто увлекается активными видами спорта. Разрабатывалась для различных водных активностей. Вейкборд, сноуборд. Очень, на самом деле, функциональная одежда. И расскажу, чем она мне нравится конкретно. Во-первых, можно ходить в ней в любое время года. Потому что она очень теплая, здесь мембрана, она не промокает, отлично все держится, очень круто выглядит. Мне нравится особенно этот цвет. Магнитные защелочки. Превращается в понча. Водонепроницаемые карманы, где можно хранить документы. И здесь карманы. И здесь карманы с документами. Все это не водонепроницаемые. Карман для мокрых вещей или перчаток, или шапки. Здесь все тоже застывается. Карманы огромные. Вот у меня здесь шапка. Карточки, ключи, наушники, пакет для собаки. Очень удобно. Есть крючок, чтобы можно было зацепить ключи, и они не потерялись. Проверено. В этой тортуге можно ходить и при минус 30, и даже до плюс 10. Просто нужно одевать правильно. Если минус 30, одеваем несколько слоев, включая флиску. Если 15, на легкую футболку взял собаку и пошел гулять. Так что всем удачи в андерлоге.